в земле русской просиявшие. Кто был вчера на всеночном бдении, слышал этот замечательный канон русским святым. Как часто вспоминают святых, чтобы их помнить или их запечатлеть. По их происхождению, так и Вселенская Церковь. Говорим о святителе Николае, архиепископе Мир-Ликийских. Вот это был город Миры. Говорим о Ефреме Сирине. Это показывает, что он сириец. И у нас говорим о Павле, блаженном, праведном Павле Таганрогском. Понимаем, что он в Таганроге. И русских святых за нашу тысячелетнюю историю нашего Отечества большое множество. Господь, как небо усеял звездами, так и земля русская полна святыми, прославленными, которым хочется тянуться, которым есть большое желание прикоснуться к их подвигу, к их наследию, прикоснуться к подражаниям и продолжением этого пути святости, который мы должны с вами вести. Вспоминали и ростовских святых вчера, и угличских. А к ним присоединим еще целый сон святых, которых мы и в сознании своем держать не можем всем количеством. И было огромное количество, и прославляется еще до ныне. Каждый журнал Священного Синода практически дает нам утверждение, что